верните налево. Коровки впереди. 230-я дорога. Здесь ехали. Это вот так красивейшая дорога, по-моему, если я не путаю, по которой мы и ехали. Здесь точно ехали. Заповедная зона, только с другой стороны. Красоты не было. Я не могу сказать, что у нас в Винникове что-то есть подобное. Алексей мне сейчас бы сказал. Казарокский заповедник. Приокско-террасный, по-моему. Приокско-террасный. Ну же вон они, лежат. Коровки, коровки. Я могу ехать. Я сейчас звоню. Плохо не получится. Да нет, их там будет мелко совсем, ничего не видно. Обалдевают, наверное, там лежат. В раю живут, да? Ну, это уж не такая лесная дорога. Ну да, здесь равнинная часть какая-то такая. Возвышенная равнинная часть. Через 1 километр 800 метров поверните налево, затем поверните направо. Правильно не получается.
въезжали, и в Мнихов мы въехали со Светой. Угу. Что, навигатор все ведет правильно. Совсем другая. Совсем другая. Совсем другая. Горная, абсолютно. Совсем другая.
еще бы выбежал бы кто-нибудь здесь. Нет, лучше не надо. Ну, я имею в виду этих косуль. Они же на дорогу не побегут, я думаю. Ну, это, наверное, вот одна из самых высоких точек. Сколько надо уровня моря? Загончик, видишь, какой-то. Тут там бегать надо. Коровники. Коровники какие-то. Какие-то, да. Что-то ведь можно Лоука. Смотри, как красиво.